Так, здравствуйте, друзья мои. Сегодня 4 июля, понедельник. И понедельник тяжелый. А сколько? 33 градуса. Позавчера от 35 упало до 9 градусов. То есть резкие перепады. Знаете, что все это влияет. Но пока до самой сути ролика дойду, значит, вчера случайно в Одноклассниках наткнулся. Ну, в ленте вот так я сейчас покажу. Да, вот, ну, по ленте смотрю, что-то там это, да, знакомый, очень знакомый такой. Я говорю, блин, ну это же челенок вместе. Ну, видите, что тут написано, да, там. Выбирайте вопрос для друзей, кто на этой фото, когда сделано фото. Так, сейчас. Ну, что ж там. Когда сделано фото свои варианты, ну короче, ну, я выставил этот, кто на этой фото, ну, Ганель, пока в этом, скажи, а, ну, в принципе, в Одноклассниках не бывает, но Ганель 100% узнает челенка. Это тот голубь, дорогие мои, который сухожилие перерезаны, хорошо, и после этого он и летал, уже год отлетал. И вот смотрите, сейчас уже ближе к обеду, с утра рано выехал, только-только домой пришел, приехал, а они ждут, ждут меня, видите, подхожу, ждут, ждут все, кормильца своего ждут, знаете, только увидели меня, все на, это, да, в стойке. По стойке смирно, все ждут хозяина. Так, значит, один из ребят задал мне вопрос. Правда ли, что когда голубей каждый день гоняешь, они превращаются в цыгане? То есть не летают толком. Вот это, да, то есть там ничего не показывают. Ну, есть такое мнение, что лет 15 тому назад от одного из моего земляка там слышал, говорит, не надо каждый день выпускать голубей, не надо там то-то-то. Ну, могу вам сказать, дорогие мои, в голубеводстве самый первый, самый основной фундамент – это здоровье. Здоровье. Если голубь не будет здоровым, он не летать не будет, он не плодиться не будет, он не бить не будет, он... ну, ничего хорошего не будет. Как говорит, было бы здоровье, остальное купим. В общем, теперь вот смотрите, да, даже вот, ну, самые здоровые детишки, это цыган. В луже, в грязи, там, босой, не болеют, здоровые, крепкие, понимаете, дорогие мои, ну, это в первую очередь здоровье. Ну и сейчас посмотрим, как они там, ну, выйдут, полетают, не полетают. Показал 33 градуса. Ну, по поводу того, что там говорят, сколько там голуби летают, сколько летают. Дорогие мои, ну вот именно говорят. Только говорят, понимаете? Язык без костей, говорить можно все, что угодно, понимаете? Вот они, кушать хотят, кушать хотят. Ну, состояние видите, да? Бодрые, натянутые, голодные, но стойкие. Да, блин, там воду надо выливать, она грязная. Ну что, курочки, пойдете летать или нет? Кш! Кш! Не хотят. Пусть хотят. Или летать пойдут. Я пока руками вот так пошу. Кш! Пока руками. Что-то спасибо. Не хотят. Сейчас посмотрим, кто еще заходит. А? Не хотел. А, несколько штук сорвались. Сейчас эти пары поднимем. Вот, руками. Они еще, ладно, маленькие. Не, вы видите, я еще даже не шевелил, они уже сорвались.
Даже вот только в руку взял, они поняли, что им уже летать надо. Вон даже шпингалетик пошел. Фух, ну что. Да. Так вот, дорогие мои, говорят. Говорят, 10 часов летают, говорят, 20 летают. Говорят, двое суток летают. Говорят, что меньше 10 часов голуби не держим, меньше 8 не держим, меньше 6 не держим, меньше 4 не держим. Интересно, вот куда делись вот те голуби, которые меньше 6-7 не летают? 10 не летают. Ну почему-то никто ни в соревнованиях не показывает это 10 часов. 8 часов, 6 часов, 7 часов, понимаете? Вот вы представьте себе, да, как обычно, меньше, если летит, убираем. То есть в любом случае голубь, если он меньше 8 часов не держит, в любом случае у него там, ну 9, 10, 11, 12 часов должны летать. Блин, ну 8 не получается пока что показывать. Ну как так получается, дорогие мои? Ну как, вот объясните. Значит, обманывать. Помню всю эту зиму. Миша Гаврилов в Казани. Вот он. Искал голубку. Да и прошлую зиму тоже постоянно, по-моему, искал голубку. Говорит, мне не надо 10 часов, 12 часов, 2 часа. Покажите. Покажите. 2 часа покажите голуби, что они летают. Я куплю. Вы представляете, дорогие мои, ну не нашелся двухчасовой голубь. Не нашелся человек, который мог двухчасовой голубь продать. Человек говорил, куплю за хорошие деньги. Приду, только вы поднимите, чтобы они 2 часа полетали. Нету. Ну вот как так получается? Представляете, вот меньше 8, 9, 10 не держит, 12. Или 4-6. А вот двухчасового не могут найти. Это у нас как получается? Да, как вот в детстве были. Вот очень многие. Ты какого года там, допустим, 68-го года. Да, а ты какого года? 70-го. В общем, да. А там третий спрашивает. А я, говорит, 72-го. Значит, я старше вас. 72-то. Больше, чем это, да, тут получается, наверное, обратная процедура. Значит, 2 часа-то больше, чем 6, 7, 8. Ну и что? Ну, серый мрамор еще один. Одного орай кладал тогда, вот еще один, так вот красавец вышел. Не хотят. Не хотят. Куда же они денутся? Да, что они делают? Да, хотя... Вот, солило. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота-то какая. Одним словом, дорогие мои, ну, говорить и делать, это совершенно разные вещи, абсолютно разные вещи. Говорить можно чего угодно, а вот делать и показывать, ну, тяжело, понимаете, ну, тяжело. Не всегда же это так. Не всегда же это так. Тут еще и ветер давит и давит вниз. Но все равно кое-кто собирается уходит. Вон толпа. Много-много. Ну, вы что не знаете? Тут много стало. Цыпа-цыпа-цыпа, курочки. И вот
так, дорогие мои. Меньше, меньше слушайте. Меньше слушайте, кто что говорит. Больше смотрите своими глазами. Во-первых, ну, я, слава Богу, каждый Божий день с голубями там, ну, вон уже кое-кто уходит. Вон, кстати, ну, чтобы видели, сорвается кто-то, покрывается кто-то. Да, кто-то. Каждый Божий день с голубями. Многие ли из вас, вот каждый Божий день с голубями, как вы думаете? Думаю, единицы. И то в основном пенсионеры, которым даже лень дойти до крыши там или до голубяки. Да, то есть лень будет им этим заниматься. То есть, чтобы по практике, да, сказать, ну, верхний уходит уже все, они. Вот, сейчас попробую потянуть. Сейчас, вон они. Вон, там уже одна стайка отделяется, вторая стайка отделяется, третья сейчас отделится. То есть, толпа была большая. Ну, чтобы вы поняли, голубей в таком количестве не проверяют. Голубей проверяют по 3, по 5, по 6. Сейчас штук, более 100 штук, наверное, голубей я задрал. Рассыпную его там. Сейчас еще потяну, чтобы видно было. Сколько там. Все, одни уже покрываются, покрылись, другие следом, те, понимаете? То есть, де-факто все это показываем. Теперь, дорогие мои, вот делайте выводы. Вот эти голуби, которые круглый год, и зимой, и летом, и в жару, и в туман, и в мороз, и в снег, постоянно на свободе. Ну, похоже, они на цыган. Ну, летают они или не летают? Вот те, которые раз в 10 дней гоняют, слабо им также поднять вот столько толпу, вот поднять и показывать? В общем, нет, конечно. Так что все это, дорогие мои, бред. Не слушайте. Да, если вы хотите хорошие, сильные результаты, надо заниматься индивидуально. Вот элементарно, да, допустим. Те дни, когда я проверяю пищалок, то есть я проверяю индивидуально. То есть в этот день я, в принципе, до самого вечера голубей не выпускаю. Тех держу заперти. Ближе к вечеру или там после обеда, то есть, ну, проверил, посмотрел, после этого я их выпускаю, чтобы не помешали, чтобы я посмотрел, что, как. И после этого... Это, да, смотрю на других. Ну, там бывают такие дни, когда я просто налет проверяю, да, кого хочу проверять. То есть, естественно, остальных я закрываю, этих я выпускаю. То есть, вот так делается все вот это. Вот так, куда вот этот... Вот помните вот эту вот пищалку, вот несколько дней тому назад. Вот, что ж вы такие пугливые. Вот несколько дней тому назад я в гнезде показывал. Взял вот буквально. Ну, недельку даже не прошло, наверное. Вот я взял и... Вот он, красавец. Вот так и... Белый, серый мрамор. Гнезда взял, тряхнул. На следующий день он уже в гнезде не сидел. Я его кидал, он падал. Прыгал вниз, да, я его кидаю в гнездо, прыгаю. И видите уже как это, да, там вытянулось. Короче, как бы вот так, дорогие мои. Как бы вот так. Обращайте внимание, да, да, чтобы голуби были, да. Нижние. Ну, вы
видели, сколько голубей было в небе. Тех я уже не вижу. Вон там по одному. Так, а? Вот это, ну, штук 15 может быть. И, и столько штук. Я на паузу не поставил еще, вот так же снимаю. И то. Ну и делайте вот. Превращается ли в цыгане в городе, который каждый день на улице? Ну или есть у него в генах, есть, летает. Он будет летать. А если нету, то вы его хоть раз в год гоняете. Хоть каждый день гоняете, то вы все равно ничего не получите. Абсолютно ничего. Поэтому, понимаете, дорогие мои, еще раз говорю, слова это слова, говорить можно чего угодно. Ну а на самом деле все совершенно по-другому. Ну мне человек, который задал вопрос, да, я говорю, дорогой, ну вот представь себя, да, ну правда ли ребенок, который каждый божий день учит уроки, ходит в школу, он будет плохо учиться? Ребенок, который не ходит в школу, да, там раз в неделю ходит в школу, он будет лучше учиться. Спортсмен, который каждый божий день тренируется, у него будет хуже результата. Спортсмен, который там раз в неделю приходит в спортзал, да, у него будет лучше результата. Мастер, который каждый божий день, там плиточник, кто другой, каждый божий день работает, у него хуже получается. Тот, который раз в месяц работает, ну, лучше получается. Ну, так же не бывает. Ну, то же самое, дорогие мои. Голуби, которые на свободе, они здоровые, здоровые, здоровые. Вот, состояние, смотрите. Это писька пчеленок. Это пчеленок уже пытается на хвост положить. Все, тех я не вижу. И всех голубей, ну, штук 100, наверное, было. Нету, вот там, ну, 10, 15, 20 штук, может, вот вижу. Остальных нету. Погода показала, 33 градуса. Ну, ветер давишь, давит вниз, вон, флаг вниз пускает. Да, по идее, птицы. И то эти сейчас тоже могут идти. Вот желтого вижу, это из пищалок. Ну, челенок тоже из последних пищалок, который сейчас вот я увидел. Ну, то есть эти. Опять вот поднимаются. Ну, еще раз говорю, верьте своим глазам, дорогие мои. Только и только своим глазам. Словам не надо. Да, опять поднимаются. Вот они. Вот эти, которые в самом низу были, скинули, приспустились, опять поднимаются. Вон там белокрылый пешкунчик, похоже, вот, наверное. Да, по-моему, белокрылый. Вот де-факто показано. Там что? Там, по-моему, яшка летит большая к ним. Вот. Сейчас могут задикарить от него. Он хоть их и не ловит, но пугать-то пугает. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Достаточно. Миру мир голубям неба, гоняйте, 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 еще раз гоняйте. Бог дал им крылья, и чем больше они крыльями будут махать, тем они здоровее, умнее, красивее будут. Там элементарно, голуби, которые раз в неделю выходят на улицу, они даже не знают, наверное, толком, что такое ворона там или копчик. А голуби, которые постоянно на свободе сидят на крыше, копчик залетел, сорвались, ушли, моментально брали. Да вы никогда так не поднимете. Голуби как хищник поднимают. Даже и поднять не надо. Вот они на крыше сорвались и как дали жару, понимаете. Ну вот так она будет лучше летать, а не хуже летать. Еще раз говорю, если хотите по времени, чтобы у вас голубь показывал не 2 часа, а 3 часа, не 3 часа, а 4 часа, если есть потенциал в этом голубе, да? Естественно, ему надо, их надо в маленьком количестве. По 2, по 3, по 5 штук, ну максимум по 10 штук поднять. Почему и на соревнованиях по 50 штук-то не проверяют там это, да?
То есть так будет это, да, там лучшие результаты. Да вообще и лучше держать меньше голубей. Чем будет меньше голубей у вас, голубяки, да, тем они здоровее и чёрше будут. А так, в общем-то, надо гонять каждый день, надо выпускать каждый день. Ну, те попёрли опять, я же сказал. Вот он. Вот он ставится. Сейчас чуть-чуть и эти тоже покроются. И получится так, что я голубей не поднял. Сейчас вот эти тоже исчезнут. Де-факто у меня будет... То есть де-юре у меня будет... огромное количество голубей. А де-факто посмотрим, ничего не увидим. Понимаете? Вот получится так. Так же, как де-факто де-юре. То есть... Как бы вот так. Еще раз, дорогие мои, миру мир, не скидывайте эти, миру мир, голубям небо, ну скидывать это относительно скидывать, на вашу высоту, гоняйте, примите себе все замечательно, удачи всем.